Я могу. Аккуратно! Оп, ну, нет, он никаких штрафов. Умничка. Как ни странно, она не отвалилась с этим. Ага. Он аккуратно. Аккуратно. Да, просто. Ну, килограмм выдерживает. Самое сложное это в воде. Самое. Страшно, иди сюда. Ага. Не мешай, нормально. Там бревно. Коварный. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Зачем ты туда заехал? Блин. Подожди, подожди. Давай. Да, вот так, влево и назад. Все, давай. Кирпич. Ветка. Сразу на тарасу. Аккуратно наверху. Что-то у меня где-то хрустит, а палка мне заснулась. О, у меня якорь там на сзади. Возьмешь? Аккуратно. Я вижу, кирпич, она не едет. Ну, это расчет. Да. У нас же спринт тоже на время. Ну, это не повод не смотреть. Кто-то либо спешит, либо... Блин, вот это подстава. Контактная борьба. Объезжай. Есть вперед. Объезжай. Подстава. Ты его пропустил, Лёв, просто для сохранения пути. Да у меня уже есть. Уже можно красить. Уже можно красить. Давай, давай. Подожди. Thank you.
какой-нибудь горку добраться. Аккуратно. Выбер задание. Ветка. Да. 5 минут с копейками, да? На 5-7 минут. Угу. Оно так, на всякий случай. Там на самом деле... Нормально. А? Нормально, нормально. Серега, больше газу. Опускай его. Прессинг, прессинг. Кройся, кройся на поворотах. А он хорошо прям по его траектории. Газу. И смотрит. Кто-то он пропустил, да? Вот здесь тебе надо его обойти, иначе он тебя там не даст пройти. Хорошо. А, это я там зацепил. Упс. По той стороне. Давай, 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 пошел, 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 пошел. Давай, пошел. Да перескакивай он аккуратно по трассе. Давай. Попробуй. Аккуратно там кирпичи. И веточка впереди. А в тот раз не зацепил. А потому что в тот раз, по-моему, я только другую поднял.
Да ладно, тут уже кустами. Настолько за мной. Поехали. Ты иди спереди, снимай. Помнишь, как я тебя учил? Да помню, но когда все носится, сложно. Давай. Некоторые места присядь. Подойди сейчас там к дереву. Как скажешь, дорогой. Давай. Твою мать, если в это дерево я останусь. Тебе, блин, чтоб кадр был хороший, чтоб ты еще и видел. Бум. Кадр хороший? Кадр хороший. Верни обратно, потом все переснимем. Давай, все, Илюха, впереди. Обратно? Не-не, ты можешь, ты езжай. Сейчас мы еще... Так, давай, уйду. Дай, а я с той стороны встану. Давай. Что делать-то? Вот по этой стороне, поположе где. Ближе к лопухам. Угу. И потихонечку вниз. Не, ну не настолько сильно-то. Ну хотя тоже еще. Видишь? Так, сейчас смотрим потихоньку, да, и в любом месте. В любом месте. Ох, сейчас здесь надо спуститься, если еще не убить только. Тебя достать или? За это? Не, оно наоборот рулится лучше тогда. То есть у тебя, когда не поймешь. Я пытаюсь. Вон, вот за тот фильм. Я пытаюсь. Вон за тот фильм. Мне просто неудобно. Я разными видюшками снимаю, потом скомпонуешь. Это называется контакт. Уже зацепил колесо. Давай, нормально. Если не пишешь, нормально. Что это?
стезьям поеду. Ну, кстати, нормально, через яму. Ветками зову. Ну что, бобрак видно? Давай. Я в руку отвожу. Новый видос? Нет. У меня все ноги в песке. Не, я тебе говорю, у меня внутри в ботинке это. Мне кажется, там уже, блин, можно небольшой пляж создать. На пузо сел, все. Заметил, на пути на природе. Не знаю ничего. До девятого нет. Блин, ну ничего, надо было с той стороны себе. Перейдешь на ту сторону? Сейчас, подожди. Не, иди только до конца. Бару видишь? Нет. Подтолкнуть? Давай. Давай я толкну, если хочешь. Да мне чуть-чуть. Сейчас. Ты сам хочешь толкнуть или не поправить? Не-не-не, я сейчас толкну попробую. Вперед, забыть, занёшь. Спасибо. А дальше? По-моему, там еще хуже. Там колесо встало. Грубо говоря, да, но это в кирпич Ваня перся. Да? Не понял, в чем дело. Как мне притормаживает. А ты где? Я бы застрял вообще. Просто все самодельно, он начинает неправильно, грубо говоря, вот отсюда, вот так вот поднимается, кажется, и вот это вот его не поймите меня. Нет, вот это как бы у вас будет там есть. Либо она вот туда ровная должна быть, либо да, была бы тобой как выскочила. Ну, так просто, потому что есть. Шарики? Шарики воздушные. Короче, клюк у них по сути не все. Ну вот это да, конечно. Не вариант. Зато будут красивые видео в кустах. Давай, я тебя вниз толкну, и ты меня наверх поднимешь. Вниз-то я уйду. На верхний вариант заехать. Чуть-чуть поднялся. Ну, я тут тоже поднимался, вам решил, что этот раз ковыряюсь. Пропустил он. Я еду. Я буду стоять. Сейчас. Я даже сказала, ползу. Да, конечно. Пройдешь? Попробуем заплавить туда.
как это, боком валишь? Как Кирюха скажет. Это боком он едет. Как-то да. Тихо-тихо, лента, стой! Не ломаем трассу. Стой. Ну что? Все, я больше не буду мучить. Все. Я тоже подумал, полюбил. Не удалось? Блин, я тут, наверное, не вылезу уже. А теперь меня отсюда вытаскивай. Нет, где тут покопаться, но тут не покопаться. Тут камушки, они просто подумают. Давай уж, поехали до конца. Давай. Слушай, я зря тебя толкала. Я вся в песке, у меня вообще все ноги и в песке. Я. Перейдешь туда на сторону, сейчас я остановлюсь. Давай. Выходи. Перелазишь сюда, на сторону. Не спеши, не спеши. О, и снизу снимай. Как я буду заезжать. Смотри, блин, только в этот не улетит. Ветка, Вань. Ну, подпихнул сзади чуть-чуть. Для видео хотя бы. Руку убирай, чтобы не было видно. Да руку я же не могу и рулить, и ехать одного времени. Нет, я потому что я снимал так, чтобы руку не было видно. Ваня, по-моему, я испортил. Я перескакивал на скорость. Вот только, да. По-другому никак вообще. Второй раз меня не повел, уже прошел. А может, тоже подъем, нет, вон там. А как я же, чтобы на скорость включил, по-другому никак. Класс спорт. Награждаются все участники по очереди. Максимов Алексей. С отдельной наградой за голю в победе. С отдельным призом на ремонт своей модели. Тупикова Светлана. Тебе огнетушитель купим. Действующий. Хорош. Кисель Сергей. Спасибо за участие. Суворов Илья. Воробьев Иван.
своей шашкой приезжай. В смысле это? С количеством. Камня Степан. Итак, призовые места. За третье место в классе спорт у нас награждается подтабачный Денис. О, черепа! Отлично. У него портал, он читер. Не факт. Ему штрафы. Круто, спасибо большое. Очень понравилось. Приезжайте еще. Спасибо. Обязательно. За второе место в классе спорт Хмельницкий Виталий. Главное, активность по клубу не снижается. Да, да, чем да, ниже место, тем это менее активное поздравление. Ну и самый главный победитель в номинации в классе спорт за первое место Трубников Андрей. Читерская машина. У него питбуль, он читер. Со всеми штрафами все равно это. Такой вот результат. Все, награждены все участники. Супер, да. Давайте, спасибо призами, большое, призами к нам. Обязательно. А ты что, не участвовал? Все, большое спасибо, что...